сюда, ставь. Тут нормально? Нормально. Приехал ко мне вот такой вот каракат. Переломка. Двигатель Лифан двухцилиндровый. На каждый цилиндр стоят по одной катушке отдельно. И от них идут провода на заглушку. И все, больше туда ничего не идет. Вот, наверное, вот эти два провода. И эти два провода должны дальше соединяться в один и на замок зажигания. Но перед этим должны стоять диоды вот на этих проводах. Сейчас я тут отцеплю и буду искать диоды. Они должны быть. Один провод, клеммочка и белый провод. И второй провод. Эти провода в жгут уходят отдельными проводами. Они тут не соединяются. Значит, полезем дальше искать диоды в кабине. Значит, вот одна катушка, вторая катушка. Здесь свечка, здесь масса. А вот эти провода должны идти через диоды. И если в этом месте отсоединить разъемчики и мультиком прозвонить, то можно определить, есть ли эти диоды или нету. Сейчас проверю. Один провод и второй. И видим, что короткое замыкание. То есть они дальше соединены вместе. Сейчас двигатель выключен, и они должны еще на массу. Да, и на массу тоже. На массу тоже есть контакт. То есть получается, дело в диодах, которых тут нет. Надо поставить диоды. Достаем пару диодов. Припаял к диодам проводки. Красный плюс, черный минус. Вот эта полосочка на диоде говорит, что это минус. И на втором также. Марка диода HER-308. Вот такие диоды буду ставить, херовые. А сверху будет термоусадка. Вот такая получается красота. Проводам приделал клеммы, чтобы подключать, разъединять. Теперь вот эти провода надо прикрутить к этим белым проводам. Скруточки готовы. Теперь термоусадочка. Открутил свечечки. Сейчас зажигание включено. Искра должна быть. Искра есть. Вторая свечка. Тут тоже есть искра. Выключаем зажигание. Смотрим искру. Искры нету. Значит, все работает как надо. Можно термоусадку затермоусаживать.
закидала свечи, я их прожег, иду ставить. Что-то тут не так, как будто бы на закрытой заслонке едет. Иногда, чтобы починить мопед, нужно его сначала откопать. Где-то он тут есть. О, виднеется двигатель. Сегодня у меня здесь собралась толпа из телевизоров. Они отправляются на пенсию. Хватит уже, отработали. Ну, половина из них наполовину работали еще. Но я решил их отправить на пенсию. Поставил фонари. Теперь их будет больше. Включаем тумблер. Фонари горят. Дорогу волоком по песку. Какие, блин, ручки фирменные. А знаешь, как рукам хорошо от этой хрени? А, тепло? Да, ты чё? Это же специально она придумана. А подогрев? Подогрев нахуй не нужен. Сейчас, видишь, тепло, во-первых. Надо его вообще как бы убрать. А он, видишь, не предусмотрен. На, катушку все меняй, генератор полностью. Она либо сгорит, я подключал как бы, либо предохранитель надо придумать, не знаю. Редуктор-то стоит? А? Редуктор-то. Стоит, все нормально. Ты меня напугал, конечно, я всю дорогу еду. Ты представляешь, трое это, саней полных везти. Ладно, там по накатанному-то, а все равно горки эти. А обратно выезжал пухляк, блин, 15 сантиметров где-то нападал. Чуть горка резкая такая, с санями, даже с одними санями, как не скажешь. Минус маленько, конечно, тут вот. Ну что сделаешь? Я все это буду переделывать. Временно поставил. А была же щенка вез. Добро пожаловать!
лесенка ставится. Гидроусилитель присутствует. Оживил мопед. Между одним трайком и другим трайком приходится еще чинить внеплановые мотоциклы, мопеды. Есть долгострои, долгоремонты. Например, вот велосипед. Ну, он скоро уже тоже поедет. Вне очереди залез бампер от КамАЗа. Нужно его подклеить. Бензогенератор вот еще подсунули, надо ТО провести. Там где-то еще второй стоит, надо тоже посмотреть. Между делом еще токарочкой занимаюсь, протачиваю всякие валы, которые не подошли. А дома еще ждут несколько телевизоров в ремонт. Это вот я сегодня разобрал телевизоры на запчасти. Ну, эти старые. Кинескопные. Ну вот как-то так, дел полно. Оживляю телевизор, родная плата неисправна. Ставлю универсальный скалер 3663. И этот телевизор будет уже показывать цифровые каналы. Здесь на этой плате не было цифрового тюнера. И его можно будет смотреть без приставки. А еще у этого телевизора был потерян пульт. И заодно он будет с пультом. Тут все подключено. Все уже разведено. Все работает. Осталось только вот закрепить плату. И собрать телевизор. Работает.